тех, кто сейчас здесь, вот здесь рядом со мной, кто на передовой и на прифронтовых рубежах. Есть личный состав вооруженных сил. Первые два подразделения, сформированные в Рощинском гарнизоне из мобилизованных Самарской и Ульяновской областей, отправятся в тыловые районы проведения специальной военной операции. Целостность, независимость и честь России теперь во многом в их руках. Когда нацистская гидра вновь подняла свою поганую голову у самых границ нашей Родины, когда бендеровцы из западной отребья превратили Украину в антироссийский проект, когда Россия поднялась, поднялись и вы. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть — это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принимаемые тобой решения. Ни мы, ни наши мужья, мы не хотели войны. Но весь Запад сплотился против нас. Сплотился, чтобы нас уничтожить. Нас и наших детей. Но я вас уверяю, наши мужья и сыновья не допустят этого. Под звуки торжественного марша проводить отцов, мужей и сыновей пришли сотни родных. Будем ждать с победой. Только с победой.